Ты вспоминаешь о маме? Вспоминаешь про ту аварию? Что? Они помнят, что произошло, да? Джона помнит, а Конраду было 12. Привет, это я. Что делаешь? Я гуляю с друзьями. А, ясно. Он еще переживает, мы ему не скажем. Он заслуживает знать правду. Правду? Какую правду? Это была такая обычная авария. Что люди начали додумывать. Им хотелось найти виновного. Это наша жизнь. Это жизнь нашей семьи. Твоя семья тебя любит. И ты их люби. Сильнее, чем что-либо.